Автомат АК-12 концерна Калашников, вторая генерация, складной приклад, насколько я понимаю, это ЭВА. Таким вот образом он складывается также влево, раскладывается. Крышка ствольной коробки в Пикатинне, уже интегрированный целик Диоптер, новое цевье с планками Пикатинне сверху и снизу. По сути, цевье данное вывешенное, новое дульное устройство на байонетном соединении. Еще предыдущего поколения предохранитель, но в скором времени он будет заменен уже в третьей генерации на флажковый. Новый магазин с окошками, через которые можно видеть количество боеприпасов оставшихся, плюс в нижней части магазина скос и пин. Когда он наружу смотрит, то значит магазин полный. АК-12 второго поколения производства концерна Калашников.